Всем привет, друзья! С вами Стормин. Мы продолжаем играть в игру Conan Exiles. И сегодня мы попробуем вырастить мамонта. Итак, что для этого требуется? Нам нужен улучшенный котел для огня, в котором мы приготовим кормежку. Кормежка состоит из тенецвета и растительных волокон. Сделаем их в количестве 5 штук, так как мы изловили 5 слонят. Они уже находятся в загоне. Чтобы не тратить мое и ваше драгоценное время, я их уже поместил туда, и сейчас осталось дождаться, когда приготовится кормежка. Вот еще одна осталась, ждать совсем недолго. Вот, все готово, забираем. Ну и остается покормить слонят, чтобы они начали взрослеть и становиться тем, кем мы хотим. Большими слонами это как минимум, ну и мамонтами. Итак, вот они в очереди. Теперь осталось немного подождать, друзья. Ждать пришлось, друзья, очень долго. Находясь рядом с загоном, я пережил песчаную бурю. Но, друзья, к сожалению, к огромному сожалению, не смог пережить жажду. Совсем не заметил этого момента. И вот так вот. Но я вернулся и продолжил свое ожидание рядом с своим же телом. Вот рядом лежит, вы можете наблюдать. И сейчас вот-вот, наконец-то, должно произойти взросление. Есть. Есть контакт. 4 слона. И один мамонт. Собственно, мы добились того, чего хотели. И сейчас мы попробуем этого слона разместить. И вообще посмотрим на его характеристики. Ну и на все остальное. Так, давайте посмотрим, друзья. Давайте вот сюда его установим. Красавец. Он просто красавец. Огромен. Бивни практически. Во весь его рост, во всю длину. Так, и мы имеем его жизни в количестве 2729. Ну, для начала, в принципе, пойдет. Так, что он любит? Цветы, златолуз. Да охерел, блядь, совсем. Ну ладно, пойдут семена, я так думаю. Так, ну и ягоды. Там растительные волокна. Нормально, нормально. В принципе, он кушает как и хорошие блюда, так и, ну, посредственно, которые можно найти где угодно. Итак, ну что ж, давайте дадим ему указание следовать и посмотрим параметры. Что мы имеем? Сила 5. Так, на нулевом уровне. Меткость 0, но она ему не нужна абсолютно. Выживание 5. Нужно попробовать накормить его, ну и качнуть, попробовать сразиться с кем-нибудь. Давайте все это дело сделаем. Так, вот нарвем ему каких-нибудь волокон растительных. Так, вон упырь какой-то уже рычит. Ой, я так чувствую, сейчас завязалась возня какая-то. И все, хрипы. Ну, молодец, он ее быстро уработал, я даже и не видел. Все это осталось как бы за спиной. Так, ну ладно, мы его покормили. Давайте попробуем его качнуть. Вот на упыре мини-боссе вообще попробуем его в деле, так скажем. Так. Вот этого мини-босса. О, этого мелочь. В принципе, мы сейчас завалим. Должен... Да, уровень повысился. Но теперь на мини-боссе упыре давайте посмотрим. Размахи огромные просто. Да что, блин, ко мне прицепился. Ну, мамонт, конечно, слабоват. Слабоват. Он посильнее, чем слон. Покрупнее, помощнее, но все равно слабоват. Вот это здорово. Вот эта коронка. Просто отлично. Так, ну приходится вмешиваться, так как... Этот упырь просто не отступает от меня.
Ну давай, мама, там сзади что-нибудь накидаем, да, вот так здорово. Ну и все, там осталось пару ударов. О, вот, наконец-то переключился упырь на мамонта. Ну давай, мамонт, я надеюсь, справишься. Давай, раз, два и попью. Ну, еще разок. Дожали. Вот так вот с короночки. Уничтожаем упыря. Отлично. Давайте теперь посмотрим несколько кадров боевок мамонта с дикарями. С дикарями, тут упырями и прочей ерундой. Ну, довольно неплохо. Размашисто. Увесисто. А вот еще одна боевка. Давай, мамонт. Вот он погнал. И так завязалась драка. Так, мелочь отлетает. Два дикаря. Вот, короночка, короночка. Нихера отлетел дикарь. Но он возвращается. Я думаю, ненадолго. Но все равно слабоват, слабоват. Мамонт слабоват пока еще. Так, давайте посмотрим еще одну боевочку. Вот с простым панцирником. На примере простого панцирка. Нихера. На примере простого панцирника мы можем видеть, что пока очень слаб мамонт. Он его не может, вообще практически не может ни с первого, ни с второго, ни с третьего удара убить. Ну, конечно, он победит, но его нужно качать и еще раз качать. Так, вот он повысил уровень. И вот давайте еще раз посмотрим на вот эту вот боевку. Так, Цирию мы забьем сами, но посмотрим его с крокодилом. Нихуя Цири отлетает просто. Да, выглядит, конечно, красиво и эффектно. Но нужно его прокачивать, еще раз прокачивать. Как минимум до 10-го. Ну, лучше, конечно, до 20 уровня и качать. Мы попробуем в очень и очень даже ближайшее время. Попробуем ее на слонах. Отправимся в саванну. Попробуем ее прокачать на слонах. Я думаю, это получится гораздо быстрее. Итак, вот смотрим, что мы имеем. Ну да, он прибавил, силы стало 6. Меткость на кой хер мамонту меткость? Ну, видимо, разработчикам виднее. Так, и мы прибавили жизни. Да, это здорово. Ну что ж, друзья, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч.